Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Blackview A90, и сейчас я покажу вам, точнее сейчас мы вместе с вами будем вводить секретные коды. Итак, для этого открываем приложение телефон, открываем клавиатуру, и первый код, который мы введем, будет звездочка решетка, 06 решетка. И таким образом мы можем узнать номера IMEI, а также серийный номер устройства. Следующий код, звездочка, решетка, 4636, решетка, звездочка, решетка, звездочка. Здесь мы можем получить информацию о телефоне, статистику использования и информацию о Wi-Fi. Далее, звездочка, решетка, 225, решетка, звездочка, решетка, звездочка. И здесь у нас различные сведения о календаре, здесь у нас будут все мероприятия, события и так далее записаны. И последний код, звездочка, решетка, 426, решетка, звездочка. И здесь у нас совсем диагностика, также мы можем перейти в расширенную диагностику. И на этом все, спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.